Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня опять АС Сервак, топовый аккаунт Сереги. И мы сегодня будем делать либо 5 сливов, либо мировой рекорд на битве гильдий. Гильдия Асгард Рус, АС Сервер. Многие спрашивают, что такое АС Сервер. Это iPhone, на котором есть отдельный сервер. Вы его на ПК так не скачаете, не сможете на нем играть. То есть надо иметь iPhone и Apple Store. В общем, кидайте заявочки, вступайте. Битва гильдии, атака фортов, первые места, телеги на экране, пишите, и кто играет на AS, welcome. Такс, одна из топовых AS гильдий. Поехали посмотрим вообще, что у них тут творится сегодня. Накопление у них есть, ничего себе, минимальное такое, неплохо. Со скинами, блин, вообще отлично. Вообще топчик. Нам бы такое. Но, к сожалению, у нас такого нет. Порчики. В общем, понятно. Как обычно. Читерный аккаунт. Добыча пирата. Кстати, хоть гляну добычу, какая у них. Ничего не поменялось. Парящий такой же, как и у нас на английском. Такс. Такс, поехали посмотрим, что там у нас сегодня на битве гильдий. Трэшевать, думаю, не будем. Seven Seas, Коа. В общем, веселые ребята. 1.88, 1.93, 1.83. 1.9, 1.9, 1.9. Нормально. Будем, короче, сейчас улыбаться, угорать. Так. Да, здесь, конечно, получше дают плюхи для доната, нежели у нас. Так, окей, поехали посмотрим, что там у него по героям. Хотя бы что-то соберем. Сейчас, как обычно, сольюсь нафиг. Блин, так неудобно, конечно. Так, землеройка. Тут тоже, что у меня. Отличные персы. Так. Фрейка на дефе. Интересное решение. Наверное, скорее всего. Ну, не знаю, для чего он ее поставил. Так, огонь, огненка. Недомогание. Это ужасно. Кем тут проходить? Идем по хотя бы посмотрим изначально растой противнику, хотя бы, чтобы я приблизительно понимал, с чем мы сталкиваемся, чем будем пробовать. Герои без воодушек вообще. Это вообще печаль. Тут Ронином одним можно пройти. По идее, нормальным. У него, кстати, смотра нету. Здесь тоже воодушевлений. Не, здесь есть некоторые воодушки. Так, окей. Значит, делаем. Пробуем, делаем зефира с маской. Маска плюс. Вот так вот на добивалку поставим. Вместо... Вместо Фрэнка найдем где-то Ронина у него, надыбаем. Ожива. Читаки, короче. Видите, что он творит? Читерит одни, оживы эти. Здесь недокачанные еще у него. Ронины у него для этого. Наверное, для атаки фортов. Скорее всего. Так, ладно. Берем обычного Ронина. Восьмерка. Конечно, на телефоне очень неудобно. Ну, для меня, по крайней мере, я не привык. На планше, наверное, получше будет играть. Так, эмблемы. Что у нас тут есть по эмблемам? Ну, ставим выживание. Стандартный набор. Плюс... Где наш кролик? Кролик.
Есть. Так, ворожая, наверное, оставим. Рея. Попробуем вальс. Я не знаю, какая у него созвездие на точность. У него на точность она собрана. Попробуем Фрея. Такой вариант. Правда, у нее уклонения не так уж и много, но я попробую на добивочку ее брать. Так, и вместо землеройки поставим Фрейка для добивания. А вместо стрелка запихнем сюда вот для реса седнушку, например, вот такую вот. Серьезная седна, Серега. Что это у тебя за седна такая бомбическая? Так, в принципе, у меня такая же. Ну, тут видите, у него куча ненужных повторок, я ему уже говорил. Ну, они бессмысленны на сегодня. Так, ставим сюда вот так. Поехали. Поехали. Будем разваливать кора. Ну, тут герои без воодушки, ну, это печально. Это реально печально. Еще и забор ломается. Да ладно. Топ-1. И забор ломается. Это печаль. Ну, я сейчас специально еще разок. А, я на этого не поставил. Или... А, мы поставили, все правильно. Битва гильдий. Ради интереса еще раз запущу. Ой, аккумулятор садится. Да, ломается забор. Как можно ставить расту на деф топ-1 и ломается забор? Это вообще печаль, честно говоря. Нафига вообще его тогда ставить? Если, ну, я не знаю, я привык, честно говоря, проверять. Перед тем, как выпускать, ну, расту ставить, надо всегда проверять. Это печаль. Однозначно. Недомогание, но эти недомогания до одного места, честно говоря. Они не спасают. О, вау, вау! Ронина у нас слили, нифига себе. Давайте проверим с другой стороны. Так, запустили Фрейку. Запустили этого. Ну, печаль, честно скажу. Честно скажу, печаль. Я ожидал все-таки большего. В принципе, все расты сейчас так проходятся. Но тут можно даже Минотавром хлопнуть, не бояться. Просто выпустить в определенном месте его и все. Да... Я все-таки ожидал чего-то более интересного. Поехали, посмотрим топ-2. Тут у нас хоть воодушки уже есть. Может, более интересное что-то будет. Командора стоит. Командора? Да ладно. Нафига? Реально какие-то странные, стрёмные дефы. Английских топов, точнее, на AS сервере. Это реально бред, как по мне. Где Фрэнки? Хотя, может, они не воюют сейчас, они понимают, что бессмысленно выставлять героя, может, из-за этого, но реально это бред, просто бред. Можно даже походу не париться. Просто тупо выпускать всех подряд вот так вот и налегке проходить. Да.
Однако, даже если бы хотел слиться, здесь не сольешься. Никак. Тут вообще дырки. What the fuck? Что за раста топа дырочная? Это что за прикол? Ну реально. Тут просто феникса кидаешь. Ну. Мишаня на дефе. Анубис. Короче, тут походу ребята вообще фанятся. По полной. Да. Однако это печаль. 1,8, 1,9,3. Так. Ну, может, здесь хоть что-то будет интересное. Фрэнка, я вижу землеройка. Ну, вот что-то похоже на хороший деф. Опять же, стоит оно без для чего. Не могу понять. Это нам не понять. Маронина слили. Красавчики. Это интересно. Посмотрим, что будет сейчас с Фрейей. Тоже недомогания работают. Сольют ее или нет? Она отхилилась на фу. Ну, как видите, я не спамлю юнитами здесь вообще. Фрей держится вполне. Вполне очень даже ничего. Еще и сливает Анубиса вражеского. Нахрена Анубис на дефе, ребят? Объясните мне. Нафига? Его время уже прошло давным-давно. Он реально на сегодня просто не актуален. Может, они что-то знают, чего не знаем мы? Кто его знает? Но я заметил эту тенденцию. Да, еще и герои пробиваются, убиваются. Но Зефира слили. Как ни крути, Зефирку ушатали. Ну, против Дрейка тут вариантов особо вообще никаких нет. Да уж. Что у нас получается, ребята? 1,65. Давайте проверим. 1,8. 1,6. Все, это следующий наш топ. Залезем за двадцатку, я надеюсь, если не сольемся. Тут опять же та же самая проблема. Дырка. Дырка в расте. Может, они что-то здесь прячут? Ну реально, дырка, тыква. Ну это ж элементарно просто вот так вот делается. Тоже стоит Анубис. Нафига? Для чего? Вопрос. Даже сделаем вот так вот, чтобы быстрее пройти и вернуть обратно деф. Не знаю, в общем. Печаль, как по мне, полная. И дырки. Может, они волны проходят. Кто его знает. Но и дырки это... Здесь у нас отражалки, походу. Все равно этого не хватит, чтобы остановить Дрейка. Дрейк не успел второй раз ударить. Тут Зефир сейчас добьет. В общем, ребят, такой вот трэш непонятный. Не знаю, что думают себе они. Не себе сами там на уме. Но мы сделали новый мировой рекорд, походу. Сейчас проверим. 20 718, ребят.
Вот так вот, просто налегке. Жесть, конечно. Да, это, конечно, печаль. Еще и на нем сливаются. Короче, ребята, вот такие вот дела. Пишите комменты, что вы думаете по поводу топов на сервере. Ну, в прошлый раз как-то было, по-моему, повеселей. Сегодня какая-то печаль, просто печаль. Не знаю, с чем это связано, но это печально. Зато мы сделали новый рекордик, хоть и на своем аккаунте. Зато было весело на это посмотреть. Так, и стрелка сюда сейчас запихнем. Где-то должен быть, по идее. Капец, сколько у него повторок и ненужных героя. Все, вроде вернули на свои места. Это еще не все. Вроде вот так вот. Все, пишите комменты, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайки и ждите новых видосов. Вот такая вот битва гильдий. Точнее, ну да, в принципе, битва гильдий на этом сервере. Всем удачи, всем пока.